Всем, несомненно, известна традиция убирать со стола пустые винные бутылки. Однако же немногие могут рассказать, откуда эта традиция пошла. На самом деле она имеет очень давнее происхождение. Все дело в том, что по существовавшему поверью мертвецы питаются винным духом, запахом яств, табачным дымом. Таким образом, оставленная на столе пустая винная бутылка, то есть бутылка полная винного духа, приманивала на стол мертвеца. А поскольку именно на стол после смерти члена семьи ставился гроб, то это была дурная примета, означавшая, что кто-то очень скоро окажется лежащим на этом столе.